придумать три случайных события, каждые два из которых независимы, и вероятности которых больше нуля, все три при этом не совместны. То есть вероятность совместного наступления этих событий должна быть равна нулю. Понятно, что если вероятность их положительная, то произведение трех положительных чисел что? Положительное. А вот я сейчас хочу, чтобы оно, как ни странно, равнялось нулю. Это и будет означать, что там вовсе не произведение. Что втроем эти события не являются независимыми. Понятно? Чтобы вероятность одновременного наступления равнялась бы нулю. Но при этом это должно быть событие с положительной вероятностью.